Всем здравствуйте! У нас замечательный солнечный день, и я хотела бы начать этот влог именно прямо с хорошего момента, с нашей красивой новой набережной, которая находится на Толстом мысу на Круче. Я хочу показать вам всю эту красоту, взбодрить немножко, поднять настроение. Я думаю, что вы хотя бы улыбнетесь, когда увидите все прелести этого места. А дальше мы уже пойдем продолжать наш день. И я буду вам показывать все, что я буду делать. В общем, поехали, ребят. Красивый чехол на iPhone 7 плюс, 8, 7 и 8 плюс, да, в общем, обалденный он, просто стеклянная вот эта поверхность, и он квадратный, что мне очень нравится. Он такой красивый, ребят, вообще. Ссылку на него я также оставляю в описании, где я его заказала, и скажу, что у нас в Геленджике, к сожалению, таких не продают, я ни разу не видела. Очень классный, да? Симпатичный. Я заказала 10 штук разных цветов. Вот первый пришел. Я очень рада вообще. И стоят они недорого. Ну, в общем, по ссылке перейдете, посмотрите, я не помню. И он еще зеркальный. То есть я могу еще и в зеркало на себя смотреть. Класс, мне очень нравится. Супер. Я приехала на выселение, мне надо прибираться. А я сначала в одной комнате на диване полежала, а сейчас переместилась в другую комнату. Я прям не могу, у меня сегодня какой-то, как сказать-то помягче, расслабон. Я прям не могу себя заставить сейчас прибираться. А мне еще во вторую квартиру идти, представляете? Ничего, сейчас я соберусь силами и пойду. Если не усну. Ребят, я считаю, что каждое утро должно начинаться так, как начало сегодняшнего ролика. И когда вы идете на работу, допустим, как я сегодня, да? Когда я вижу вот эту всю красоту природы и красоту города, этого климата, я просто, мне кажется, вдохновляюсь и прям хочу дальше жить. Меня это очень сильно вдохновляет, и я иду и радуюсь жизни. Я считаю, что каждый заслуживает таких ощущений, когда ты идешь на работу и радуешься, что ты... вообще идешь на работу, идешь и видишь по сторонам море, горы, пляжи, счастливые лица людей. И не знаю, может быть, не каждый сможет это понять, но
Лично для меня я кайфую от этой жизни в данный момент. Я, наверное, все там 30 лет к этому шла, и наконец-то я нашла свое. И вам же того же советую, даже несмотря на то, что вы мне пишете глупые, злобные, различные комментарии, я вообще без обид. Я вас просто в черный список добавлю. И все хорошо. Ладно, шучу. Ой, ребят, все-таки я пошла собираться. Куда собираться? Кошмар, я пошла прибираться. Я потому что не могу, у меня остался час. Я физически просто не успею. Придется мне сейчас электроника включить. Да, все, я пошла. Я приехала в офис, я уже все сделала. Мы решили скушать по мороженке. Я купила вот такую. А я? Сейчас я до тебя сейчас дело дойдет. У меня, в общем, такая интересная мороженка. Эскимо, пломбир, манго и малина в белом шоколаде. Я такую еще не пробовала. Посмотрим. Я вообще, в принципе, не любитель сладкого. А теперь... Я боюсь, что он сейчас взлетит. Сейчас взлетит этот район. Кристин, ты от лица-то убери у меня. А что с ней? Она вздулась сильно. Давай попробуем. Давай. Ага. Нет, нет, сейчас, смотри. Чудо-юдо, рыба, птица. О, так легко. Вкусняшка? Вкусненько. Как у тебя дела? Расскажи. Ой, все хорошо. Работы куча, клиентов море. Хлеб накидала? Перед офисом, чтобы клиенты были. Закончился батон. Можно ржаной подкинуть. Негры поедут. Ржаной? Меня смешишь. Могу смеяться лучше руку. Ну, рассказывай ты, как ты лето провела. Я вот тебя вообще не видела всю лет. Я работала. Так, чем? Кем? Кем? Что ты делала? Расскажи. Сдавала жилье. Так. Ну и продавала квартиры. Да фига было. Что-то она какая-то кривая. Что с ней? А что это за мороженое? Это с крошкой у тебя? Манго с малиной. Слушай, ешьте вкусно. Обычный стаканчик. Обычный пломбир. Ой, обычную эскимошку. Такое вкусное. Обычный пломбир. Я не ем мороженое, поэтому путаю. Уж, Паша, простите. Короче, заканчивая съемку, я тебе сейчас секрет расскажу. Давай. Ладно. Ну, я смотрю наверх. Ты тоже. Как будто там... Кто-то смотрит за нами, да? Ой. Мы в самом элитном районе города Геленджика. А машина тебя ждет. А я припарковалась, где было место просто. И даже играет музыка в честь меня. Шампань-бар. В общем, ребят, мы приехали в акваторию. Здесь у нас есть кальянная. И мы нас... Настя, ну ты говори уже правду. Мы здесь встречаемся с нашими клиентами, подписчиками на набережной. Выпьем сейчас чашечку кофе, да? Ну? Осторожно. Так она не едет нигде. Что ты меня толкаешь? Я уж бежать хотела, блядь. Убежать. От кого? Я потеряла очки. Я нашла очки. А телефон где? В общем, ребята, давайте... Смотрите, какие у меня очки. Всё, мода. как называется эта кальянная? Ты знаешь, что по-английски. Ocean. Она находится прямо на самой набережной. И здесь пуфики. Я вам сейчас покажу. И почему-то там никого нет. Нет, почему? Вон только кальянщики сидят. Ну, смотрите, как красиво. Акватория. Какие пейзажи, особенно море. Ой, я чуть не врезалась вот в эту штучку. Так, вот у нас уже пошли грибочки. Грибочки. Грибочечки.
В общем, сейчас у нас будет деловой разговор с нашими коллегами, то есть с моими коллегами, с нашими коллегами. Нет, заберите. Оушен. В общем, мы ждем. Мы еле как нашли свободное место. На самом деле здесь все занято. Забито просто битком. Это очень популярное место в Геленджике. Вот, мы нашли все-таки место для нас троих человек. Вот. Да. Как ты? Я все. Коллега. Все хорошо. Да я все хорошо. Нина? Многогранно. Как ты? Отлично. Как тебе в Геленджике? Отлично. Лучше всех. Давайте к нам, ребята. Давайте, давайте. Место свободно, просто одно. Присоединяемся. Одно только. Сейчас да? Привезут нам. Откуда? За рубежа? Привезут нам кого? Дичь. Дичь привезут. Кальян, я хотела сказать. Сейчас нам принесут кальян и коктейли. Безалкогольные. Смузи и два мохито. Да. Сейчас покажу обстановочку. Вон нам делают уже кальян. Что-то долго. Не кажется вам? Очень долго. Кстати, ты очень хорошо смотришься на фоне акватории. То есть мне нужно квартирку здесь приобрести? Нет, фоточку хотя бы. Спасибо, Настя. Не, ну тут красивая очень аллея. Да? Да. Нина, как ты докатилась до такой счастливой жизни? Да вот катилась, катился, катился колобок и прикатился. Немножечко открывается, видно открытое море. Нина, я вас попрошу. А какой там открывается вид на открытое море? Девочки, вы вообще о каких видах? Вот. Там нет открытого моря. Настенька, если ты представишь, будет. А, то есть, если... В принципе, я поняла. О каких тогда видах? Давайте... Вон о тех видах я говорю. Основной инстинкт. Этого вот так... не нужно было говорить сейчас в камеру. Мне придется ну, опять все вырежешь. Чудеса монтажа. Приветики. А где ты чехол поменяла? Извините.